по которым считают все мосты. И вот там в сапонате есть понятие балки, которое работает на СГИ. Балка кладется на опоры, и она должна держать нагрузку. Вот кладем нагрузку. Балка сломалась. Потому что при изгибе возникает большое напряжение, больше допустимых, и она ломается конструкция. А теперь мы эту же балку с этого же материала, с такой же размеров, взяли и предварительно напрягли, натянули. Ставьте. Причем не сильно натянули, ничего не изменилось. Значит, лишний материал, отрезаем его пополам. Значит, два раза дешевле стоит. А почему не ломается? Напряжение меньше стали. Я напряг, а напряжение в работе стали меньше. То, что реконструкция стала работать по-другому. Значит, 5 материал лишних. Еще отрезаем. Угу. Так до тех пор, пока не достигнет, да, какой-то да. точки определенной. Где-то можно в 10 раз. При этом прочность увеличится. Можно большую нагрузку. Вот. Он еще больше нагрузку, она выдержит. Не пытайтесь повторить дома. Все проводили профессионалы. Все, спасибо.